Жить нельзя. И тут тоже на северное крыло никакой надежды. Комната Рэки тут. Хикари с Немо живут в восточном крыле. Почему уже встала? Рано же еще. Ну как тебе? По-моему, как раз твой размер. Погоди, ты мне ее отдаешь? Угу. Мне она все равно слишком велика. А вот-вот наступит зима. Зима? Но еще пару дней назад здесь было так тепло. Зима здесь приходит внезапно, раз и все. И все новички в первый год обязательно простужаются. Пожалуйста, береги себя. Ага, спасибо. Воздух изменился. Если вот так делаешь вдох, и нас ущиплет, значит, пришла зима. Ку, ты так много всего знаешь. А это что? А, это я решила, что мне пора найти себе новую комнату. О? А, это же общая комната. Здесь очень здорово. А знаешь, как говорят, к хорошему привыкаешь слишком быстро? Вот это сила воли! Рака, да ты взрослеешь! С такой старшей сестрой еще бы! А ты уже нашла новую комнату? Не, они все такие пыльные, что совершенно непонятно, какая из них лучше, какая хуже. Ну, я пошла! Скоро же будет завтрак! Да, но у меня сегодня такое количество дел... Даже так? Ничего себе. А я приготовила печь оладьи. По ее просьбе, между прочим. Она сказала, что у нее очень много дел. Вот такая она, наша Ку. Предлагаю испечь оладушки. Она учует запах и сразу прибежит. Наверняка так и будет. Кто точно будет вставать вовремя? Это надо отпраздновать. Согласна! Эй, давай спускайся! Мы это отметим! Устроим праздник в твою честь! Эй, часовщик пришел с победой! А чего это у вас у всех такие постные лица? Где радость и всеобщее ликование? Слушай, твой... Колокол долго будет звонить. Ну, он перестанет, если отключить рубильник. Ну, тогда и часы остановятся. Но какой тогда смысл? Идиотка! Иди вырубай свой рубильник, дура! А? То включи, то вдруг отключи, вы уж определитесь. Это ж здорово, что он так громко и долго трезвонит. Легче будет вставать по утрам. А засыпать как? Ну ладно вам. Это всего лишь пробный запуск был. Чего вы? Все равно надо кое-что доделать. Лучше времени, чем утро воскресенья, она не нашла. Как мне плохо. Я пойду помогу. Секундочку. Остановились. Ну что ж делать? Извини, пожалуйста. Да ладно. Если бы колокол вообще не звонил тогда... Но он же звонит просто не вовремя. Спасибо, кстати, что ты пришла. Но я не знаю, чем тут можно помочь. Да и испачкаться тут как нечего делать. Это же куртка Ку. А? Угу.
Раску отдала ее тебе, значит, она наконец смирилась. А с чем смирилась? Просто эта куртка первая, что Аку купила, когда появилась тут. Но так ее ни разу не надела. Она обижалась, что с ней обращаются, как с ребенком, и купила себе куртку не по размеру. Может, надо было отказаться? Брось, я думаю, Аку смирилась с тем, что она такая, какая есть. А? Раньше Ку только и делала, что подражала кому-то из нас. Она каталась на скутере Рэки и врезалась в столб. Взяла очки Хикари и в итоге грохнулась с лестницы. Тогда Ку была беспокойным ребенком, но, может, потом она повзрослела. Все дети взрослеют. Я тоже хочу повзрослеть. Четыре. Я стою вот тут. Так, ясно. А, видимо, здесь. Так странно. Эта комната кажется такой родной. Еще бы! Это комната, в которой ты родилась. Я родилась вот тут? Из кокона. Вот прям там, где ты сейчас стоишь. Мы нашли огроменный кокон. А? Я что-то припоминаю. Совсем, совсем чуть-чуть. Ну, со мной было то же самое. Поэтому я живу в комнате, где родилась. Ну, как тебе тут? Нравится? Угу. Ку, а куда ты убегала? Рэки на тебя рассердилась, она хотела испечь тебе оладьи, а ты не пришла. Я попросила отдать ее мне оладушки с собой. И твои тоже. На! Ой, спасибо. Ну да, правильно, я ведь тоже пропустила завтрак. Рэки рассердилась? У меня внутри стеклянная чашка. Красивая прозрачная чашка. В нее падают капельки воды. Кап, кап, кап. Каждый день. И вот сегодня я поняла, что эта чашка полна до краев. Ку! Рака, ты тоже подарила мне несколько капель. Поэтому спасибо тебе. Как почернело небо. Чего и скоро грянет буря. Воскресенье-то. Какая жалость. Ты нашла себе новую комнату, да?
Мне сказала Кул. Кул? Угу. А она сказала еще что-нибудь? Да нет. Слушай, Ракка, а это не ты прибралась на кухне? Нет. Нет? А кто тогда? Ку. Ку? Что-то там не заметила ни одной разбитой тарелки. Давай за стол, и я заварю чай. А! Рекки! А? Что? Да нет, я так. В такую погоду Хандракова хоть шабуяет. В голову лезут скверные мысли, не случилось ли с кем чего. Похоже на то. Слушай, если тебе тоскливо в новой комнате, может, останешься пока тут? Мне не тоскливо. Скажи, а почему этот город огражден стенами? Почему? Может быть, потому что его оберегают? Оберегают? От чего? От всего плохого, что есть на свете. Или от всего, что нам не положено знать. Значит... Замыкание. Молния ударила совсем рядом. А, жди тут. У нас где-то был фонарик. Рака. Из западного леса ворон. Да, даже ворона в буре застала врасплох. Он словно хотел что-то мне сказать. Быстро в комнату греться, а то простудишься. Пойду посмотрю, как там малыши. Сиди в комнате. Ах, дети. Одни ревут, другие резвятся. Нервов не хватает. А? Рекки. А где Кана и Ку? Кана пошла в подвал запустить генератор, а Ку... Не пришла. Обычно в такую погоду она прибегала сюда первой, раньше всех. Может, Ку отправилась в город, но... Ну, надеюсь, она нашла, где переждать бурю. Если дождь застал ее в пути, страшно представить. Я пойду искать Куда Ку. Ты пойдешь, Рака? Что с ней такое? Ой, не знаю. Она с самого утра мрачнее нынешних туч. Да, как я ее понимаю. На такое небо только взгляни, сразу упадешь духом. Очень гадкая погода, конечно. Но здесь всегда так между летом и зимой. Когда одно время года сменяет другое, всем становится не по себе. Ну да, именно. А я все-таки схожу за Раккой. Когда Кана вернется, скажите ей, чтоб не выходила из комнаты. Надо держаться вместе, не то и правда что-нибудь случится. Ты права. Да уж, а я-то думала, что наконец обсохну. Слушайте, а давайте растопим баню. На случай, если Ку вернется, промокшая, продрогшая. Рака! От зонтика никакого толка. Надо найти дождевики. Не ходи под дождь. Если еще и ты сглупишь, простудившихся будет двое. Не беспокойся, Ку наверняка нашла, где укрыться. Я думаю, Ку сейчас вряд ли в городе. А? Помнишь, она попросила тебя завернуть оладьи, чтобы взять их с собой? А, ну да. Еще она взяла фляжку с водой.
Похоже, она готовилась к путешествию. Путешествие? Какому еще путешествию? Наверное, в западный лес. Не может быть. В западном лесу сила стен велика, как нигде. Коу ведь знает, что туда ходить нельзя. Точно знает. Я не верю. Коу ушла в западный лес? Не думайте, я не подслушивала. Просто у генератора полетел предохранитель. Я и хотела взять и поставить из часовой башенки. Что происходит? Мы сами ничего не знаем. Коу где-то задерживается. Но ведь, если она на самом деле пошла в лес, значит... Кана! Это всего лишь предположение. Вы о чем? Рака, ты ведь никогда не была в западном лесу. Почему ты думаешь, что Коу пошла именно туда? Когда началась эта буря, в западном лесу стали кричать птицы. Они будто предупреждали о чем-то. Это из-за дождя. А потом... Потом я увидела над лесом свет. Молнию, да? Не молния. Свет бил прямо из чащи в небо. Ты это видела? Точно! Ты не ошиблась? Я не знаю. Свет почти сразу исчез в тучах. Ты врешь. А? Кана! Ни одному твоему слову не верю. Не верю, не хочу! Я тоже не хочу в это верить. Но, видимо, сегодня Коу и правда нас покинула. А? Когда настает день полета, серокрылые навсегда уходят за стены. Рекки велела ждать ее здесь. Что с тобой, Кан? Коу ушла в западный лес. Мы можем ее перехватить. Ты о чем? Настал ее день полета. Отойди. Не отойду. После захода солнца в лесу опасно. Тем более. Я тем более не оставлю Коу одну. В день полета никто не собьет Серокрылого с его пути. Рекки, я понимаю, ты можешь быть права, но для всех остальных, для нас, это только легенда. Кана, тебе не удастся ничего изменить. Ну и что? А? Все равно. Мне бы только увидеть ее еще раз, последний раз. Тебе плевать на то, что мы с ней даже не попрощались, да? Рекки, это правда? Про Коу. Если еще осталось время, я тоже хочу пойти к ней. И я этого хочу. Но мы без ориентиров просто заблудимся там. И не выйдем уже никогда. У нас есть ориентир. Рака? Кана, колокол часовой башенки. А? Пусть колокол звонит. Генератор в башенке работает, так? Значит, колокол будет звонить без остановки. Точно! Рака. Рекки, пожалуйста, если бы я промолчала, я жалела бы об этом всю свою жизнь. Так сколько брать дождевых плащей? 3? Или 4? Ну ладно, пойдем все вместе. Только дайте мне слово ни в коем случае не подходить к стенам. Говорят, что в чаще западного леса есть древние руины. И что в день полета серокрылые находят путь к этим руинам, чтобы уйти за стену. Ни один серокрылый не знает, когда настанет его день полета. Но приходит срок, и серокрылый покидает гнездо. Никто не может объяснить, почему так происходит. Те, чей день настал, никогда не говорят об этом другим. В последние годы новые коконы не появлялись, и за это время никто из нас не улетел из гнезда. Ни дня полета за много лет. Может быть, поэтому мы забыли о том, что придет день, и один из серокрылых покинет гнездо навсегда. Thank you.
Все уходят, а я остаюсь.